Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. Мы продолжаем стримить, и вы это увидите, конечно же, попозже на ютубе, те, кто смотрят. И мы опускаемся в подземелье. Там мы собираемся что найти правильно? Затычку на нижний ярус пещер. Там хотим немножечко побить кого-нибудь, да? Помучить, да? Особенно меня. Что-то очень долго грузится. Оу! Дратуйте! Дратуйте! Что-то я не в тот район зашел. Так, смотрим, сразу смотрим. И мы тут излазили практически все. Единственное место, я помню, где-то мы не излазили, мы как-то не попали вот в эту штуку. Как туда попасть? А, кстати, мы тут все излазили. Мы тут все излазили. Подожди, а... А серьезно, а как попасть сюда? Так, ребят, нам, походу, нужна новая пещера. А, не, подожди, вот болото. Так, это получается вот так вот обойти надо, да? Кстати, их задружить камнями можно и... Так, это наверх. Наверх. Дрожь земли рядом? Дрожь земли, мы ж не надо. Дрожь земли, мы ж не надо. Так, там за нами тени сразу? Оу, а чё за нами тени сразу? Так, подожди, куда мне? Угу. Три штуки, ни хрена себе. Четвёртая, what the fuck is говина? Вообще. Так, все правильно. У нас ищ. А, это крот. Фух. Я уже думал, все. Так, нам бы шариков. А за шариками никак, да, там. Пошли. Шли, ребят. Поможете. Они идут? Давай. О! Ну, давай, атакуй, чё ты? Давай. Давайте, мочите их! Врум. Мочите их. Мочите их. Упс. Мочите ее. А, не пройти типа не могут или что? Фак. А тут есть, я надеюсь, где-нибудь... Я играл раньше же, да? Так, 24% каски. Ее ничем нельзя заправлять, да? Так, подожди, ее чем-то можно было заправлять, кроме шариков. А, этим, да, и все. Блин, лед почти. Блин, мы сейчас потратим...
Ну тут эти крабики, да, опять. Со стримом все в порядке, ребят, не знаю, что. Со стримом все хорошо. Так. Этот биом что-то мне знаком. Нам надо биом с кролями. О. О, о, кроль на коне. Мяса нет? Мяса нет. Кроли, мяса нет. Видите, мяса нет. Наконец-то, ребят. Так, вот это мы выбрасываем нафиг. Так, все, за кролями точно есть затычка, ребят. Надо найти затычку только. Где-то за кролями должна быть затычка. Пам-п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 ам. У кого-то все нормально, у кого-то реально беда, там я смотрю. Дичайшая просто, нереальная беда. Ничем помочь не могу, ребят. Надо, чтобы мне дали партнерку, тогда будет все хорошо. А для того, чтобы мне дали партнерку, я уже говорил, надо, чтобы меня смотрели. Как ни крути, парадоксально звучало, да? Невозможно смотреть, но для того, чтобы лучше было смотреть, надо смотреть. Фак. Чуть не собрал. Оно не похоже же, но оно рядом светится, и ты тоже такой, надо идти. Слушай, он ко мне опять идет. Они приручаются на несколько минут. Да, но если ты успеешь, типа, подняться, зайти несколько минут на поверхность, или зайти, допустим, куда-нибудь... ну, точнее, успеешь подняться на поверхность, да, или зайти в следующий мир, вот как мы ищем затычку в следующий мир, то у тебя есть возможность, так сказать, их поднять наверх или в тот мир. И они сделают свою популяцию, ну, там, якобы, да, они будут размножаться дичайше быстро. Так, нормально. Где-то здесь должна быть затычка, ребят. Где-то здесь должны быть пауки и затычка. Я всегда за кроликами. Как, зачем? А, эти шарики, не знаю. А чё, как они... А, это не я их брал, они ж у меня дома были. Это из-за того, что мы перепрыгнули в новый мир, они у меня. Они у меня появились, вот. И так я их не брал. Так, ну ладно, ищем, короче, обходим биом и смотрим, ищем. Дрожь земли тут рядышком. Так и вожделеет кусочек от нас отгрызть. Там, небось, какой-то меня сейчас уголок загонит, да? Воу! 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 А вот это очень нехорошо, слушай. Быстрее от нее подальше. 34 до 36 вроде можно, да? Так, ох, все. О, стужаемся. Нагрелся чересчур. Стужаемся. Ага. Чтоб они меня за любой кусок мяса пытались убить. Да? Ночью. Я забыл кусок мяса, и все. И они очень жесткие. Ну, можно попробовать. Но, блин, мы же не за этим сюда пришли, ребят. Скорее всего, вот здесь, наверное, да? Затычка. Ну, или с этой стороны где-то. Ну, я что-то склоняюсь, что, скорее всего, где-то с этой стороны. Жека, привет! Здорово! Хижину зайцев. О, кстати, хижину зайцев я не делал, да. Вы мне советовали. Давайте, ладно, сделаем. Если мы не выберемся отсюда, точнее, если мы выберемся отсюда, живем, да, то хотя бы хоть что-то с этого поимеем.
Так. Он такой, ну ладно, ты меня разбудил. Ну ладно. Так, я этот здесь брошу, господи. Самая бесполезная вещь, как по мне. Так, морковки, там тоже надо морковки. Где мы наберем морковки столько? Мы не наберем столько морковки, да? А, еще это гребаное землетрясение. Сейчас мне еще костер затушит, прикинь. Упадет на костер и затушит. Привет, Джека. Здорово! Будешь приучать себя не есть мясо? Ну, да. Походу, придется. Так. Вот это нехорошо уже. Ладно, доски мы наделаем. Морковка пригодится на самом-то деле. Там ее именно для построек этих штук надо. Нужна морковка. О, селитра. Селитра — это очень хорошо. Так, паучки. Это стопудово какое-нибудь ответвление опять с тупиком. Вот стопудово. Я таких, вот это вот подземелье, самое тролльное подземелье, которое мне когда-либо попадалось. Тут столько этих ответвлений было. И все с тупиком. Как и это, собственно говоря. Да? Вот смотрите, вот смотрите, вот это все, вот тогда я искал, вот это все тролльное. А я ходил, бегал, чуть не подыхал там. Но я выжил, правда, умер на поверхности, но в подземелье-то я выжил. От гребаной лягушки подох. Посели рядом с собой зайца, а потом спали. Это обязательно. Это не без этого, как говорится, да? Это я с удовольствием. Так, перевернем карту, чтобы удобнее было смотреть, куда мы идем. Потому что я не люблю бежать. Неизвестное. Я успел, всем привет. Ты уже как час не успел, потому что мы уже как час стримим. На диету. Ну вот. Китайская диета. Хотя два кажется, мне кажется, это мало. Два. Там наверняка больше. Нам неизвестно. Скорее всего, 4 тоже. А то и 8 вообще. Ну, надо бомбить их жилище, чё. Больше ничего не дано нам. Только бомбить их жилище. Тут факел тоже лежит. Ты же не собираешься меня бить? А чё один хвостик? А, 4, нормально. 4 хвостика — это хорошо. Та-та-та-та-та-та-та. Ты пропустил все? Так, вот сюда. Мы хотели, и мы туда и пойдем. Дерево мы на поверхности соберем, если что. А вот морковки 20 штук, это всегда вкусно и полезно. Витамин D, все дела для зрения. Опа, тут даже какой-то завертон. Стопудово опять тупик. Это самое тролльное подземелье, которое я когда-либо видел, ребят. Зайцы на наркоманы. Они не то чтобы похожи, они есть наркоманы, ребят. Видели себе когда-нибудь зайцев в подземелье, здоровенных с человека, прыгающих только на задних лапах и атакующих тебя за то, что у тебя есть кусочек мяса? Они наркоманы. Нарики еще те. Нарики, комарики. Че, обходить вот здесь, походу, придется, да? Блин. Ну, это самое спокойное пока место из всех, что я видел. Такой, что это было? Так, нет.
Ну где же эта затычка? Она всегда была за кроликами. Вот кролики. Как-то сгенерировалось вообще непонятно, ребят. Еще рядом эти. Так. Угу. То, что вы рядом, это хорошо. То, что вы рядом, это хорошо. Ну что, вот так идем вдоль. Бред какой-то. Неужели может сгенерироваться какое-то подземелье без затычки? Я себе такого немножко не представляю, на самом деле. Тупичок, да? Угу. Ну и все, там мы выше были, собственно говоря. То есть вот, вы видите, да? Вы это видите. Кстати, а мы были как раз-таки вот, как раз-таки вот здесь и не были. Смотри, вот реально, как сюда попасть, гребаный ты насос? Вот наверняка там какая-нибудь затычка есть. А я так и не знаю. Ну, неужели вот здесь какая-нибудь фигня? Я очень сомневаюсь. Ладно, вернемся вот сюда. По этой стороне сейчас пройдемся. Поживи с грибочками. Здесь, понимаете, здесь очень рассудок поднимается, опускается сильно. И у нас уже вот плохая, так сказать, плохое самочувствие, 31 градус. Че, побегаем? Но довольно скоро уже придется ставить. Так, что это такое? Как туда попасть? Ладно, ставим здесь, потому что дальше там пауки. Ага, они мою камень-грелку могут съесть. Лучше ее у себя подержать, да? Затычка сдулась, да, вообще какая-то редиска, а не затычка. Затычки не будет. Может, наверное, может быть и такое. Я впервые такое вижу, что вот, вот все подземелье излазил, затычки нет. What the fuck? Не, ну где-то наверняка есть. Вот представь, вот, вот она здесь, реально. Вот вот здесь. Вместе как не попасть. Непонятно. Как попасть туда. Без понятия вообще. Я еще вот здесь думаю, маленькая возможность, что здесь какой-то, я не знаю, сантиметровый проходик. Но это вряд ли. Они всегда так в паучьем биоме за кроликами. Всегда так. Вот за кроликами в паучьем биоме есть... Между коконами это затычка тулицитовая. Да, это всегда так. Так, давай распалим посильнее. Чтоб охладиться сильнее. Ой, чё я трачу? Чё я трачу? Жизнь потрачена. Наверное, вот это выбросить можно. Чё я с собой таскаю? Ладно, пошли. Где-то здесь, может быть, и здесь, кстати. Сейчас давайте посмотрим. Прикол в том, что здесь к нам не придет абсолютно муха. Что там, Жека, если будет затычка, можно ее командой... А, ну нет, да, так как написали, что читы будут... Да, это как-то ну, некрасиво что-то, что ли. Вот. То есть, если игрой не предусмотрено, то все, ребят, ко мне никаких претензий. Я пытался. ЖКП. Так, вот эти хер я ненавижу. А, причем, посмотри, она где открылась. Ха. Нормально, где она открылась. Там, где я был. Там ничего такого не было. Хм. Я украли не доисследовал. Где? Если ты думаешь, что вот здесь вот в темных местах будет затычка, то нет. Нет, она всегда в пауках. То есть, нет. А так я здесь везде исследовал. Больше проходов здесь нет никаких. Посредине здесь... Она в пауках всегда была, блин. Не, боссов не было. Боссов не было. Ждем муху-огнепуху, но она под конец лета, скорее всего, придет, да?
О, еще короли. О, а вот за этими может быть, слушай. А вот тут может быть. Тут же, там же не говорится, за какими королями. То есть, да. Она может быть и за этими королями. Готовимся, ребят. Готовимся пожинать плоды. Ну, это стопудово тупик опять. Безысходность. Да ёкарно! Ну ж, вот. Кто такое делает? Ненавижу. Генерация рандомная. Тебя. Ненавижу. Терпеть ненавижу. Просто. Идешь хрен знает куда. И зачем? Зачем? Не, бывает больше одного поселения. Бывает. Я встречал. Другой вопрос, что затычка бывает только одна. Затычка бывает только одна, насколько я понимаю. В каждом новом подземелье не больше одной затычки. Так, кролики. Кролики! Это не только ценный мех. Слушай, их тут реально много. Так, окей. Этот за мной крюкнул сходит. Он скоро, кстати, на меня начнет нападать. У меня уже с рассудками все так и радужно. Вот, нашли. Вот там, скорее всего, затычка, ребят. Сейчас попробуем входной путь найти. Так, вот там, скорее всего, затычка. Ну, смотри, сколько их тут. Капец, просто нереально. Да, там затычка. Блин, а как бы мне так с ней разобраться? О, вечер. Хорошо, так. Давайте. О! О, понеслась. Умри! Офигеть, кровожадные короли, смотри на них. Индики, а? Тебе понравилось? Капец. Еще и летучие мыши. Так, подожди, а здесь... А, не здесь даже. Не там проход. Не то зачищаю там. Господи. Реально какие-то убийцы. Капец, нашествие, задри. Арава. Арава на араву. Ой-ой-ой. Короли! Спасти! Спасти, короли! Короли, спасать! Так, хорошо. Аккуратненько осматриваем. Или просто бежим на пролом, да? Так, ребят. Где может быть затычка? Тут, мне кажется... Кажется, кстати, мы здесь умрем, да, ребят? Ну, как вариант. И это тупик, да? What the fuck вообще тут происходит? Еще и землетрясение, да. Да, мы лишим тебя всей ориентации, Жека. Вообще, всей возможной ориентации. Так, тихо, подожди. Затычки видно не было, да? Воу, там на кого-то прям падает. Он... What the fuck? What the fuck? Что творится? Что творится? Капец, просто нереальный капец, нереальный капец. Затычка? Затычки? Охренеть, где мне тут затычку искать? Посмотрите, сколько пауков, сколько мотивов.
Ладно, я согласен. Это хард мир. Ну, стандарт плюс. Тут много пауков. Ну, не настолько же. Я Весом, гребаную Весом играю. Так. Сейчас попытаемся выбраться отсюда для начала. Попытаемся выбраться. Это нам вот сюда. О, еще круг нос. Да. 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 Тут нечего сказать, ребят, да. Ну, это ВС. Это ВС, ребят. И это гребаное подземелье со стандартом плюс. На самом деле, я рад. Я рад, что мы закончили. То есть... Да. Да. Я рад, там меня зажали просто, понимаете, меня там некрасиво зажали, где пауки на паутине, еще и крюкнос пришел, сколько было пауков. Ну, на самом деле, я рад, что вы умерли наконец-то, потому что стандартный Don't Starve немножечко, ну, он стандартный Don't Starve. Вот, скоро мы начнем новый стрим, это, скорее всего, да, в виде стримов будет, опять-таки. Вот, и, кстати, как раз серия получасовая получилась, так что вполне, да, так и не нашел, да, так и не нашел затычку, прикиньте, сколько, вот жалко нельзя посмотреть, я не знаю, я, наверное, сделаю даже на этот момент скрин карты всей, сколько мы там исследовали, и там куски, может, не знаю, если запарюсь, но, блин, сколько мы исследовали подземелья, и я нашел, где она может быть, но ее там не было. Ну, я ее не нашел, как бы, да. А сколько там пауков? Это просто нереально. Ну, ничего. На самом деле, я рад. 134 дня, это не так уж и плохо за Весса, да? Вебера, я сказал. За Весса. Это не так уж и плохо. 134 дня за самого слабого персонажа, это... Я не горжусь этим, конечно же, да. Ну, типа, 134 дня. Нет, конечно же, но все-таки, ребят, это круто было. Спасибо огромное всех, кто болел за меня, да, кулачки держал. Ну, а что поделаешь? Сколько питаи там было? Сколько питаи? Я говорил, что мы умрем. Больше, наверное, не будет в плане Весса. Все, Весс за Весса. То есть, был сезон, где мы искали Весса, и вот поиграли целый сезон за Весса. Это было реально круто. Я махаю слишком руками, от этого камера трясется. Огромное реально спасибо всем тем, кто пришел сегодня на стрим. Это было весело. Это реально было круто. Плюс, очень было круто, как мы выживали, да. Спасибо и тем, кто это посмотрит потом на Ютубе. Не забывайте, что если хотите, те, кто смотрит на Ютубе это, да, если хотите это увидеть воочию, впервые, то подписывайтесь на Twitch, на канал Twitch, ссылочка есть всегда в описании, вообще в описании всегда засмотрите, там очень много ссылочек, очень все полезно и приятно, для вас все это делается, грубо говоря, да, и, конечно же, подписывайтесь на Twitch, да, вот. Я не герой, я не выжил в Эссен. Весс умер, я не ушел из этого мира. У меня была куча возможностей, но я решил умереть все-таки, да? К сожалению, опыт не дают, уже некого открывать. Вот, к сожалению, да? Гоу, новый сезон. Новый сезон нет. Я сейчас на видеозапись попрощаюсь, а потом еще на стриме посижу с вами, ребят, чуть-чуть. А так, на видеозапись уже попрощаюсь. Скоро будет новый сезон. Не знаю, за кого еще точно, потому что я думаю, у меня два варианта глобальных мода, которых я хочу, один из них, просто там, Фидалия хотел один из них взять тоже, ну, как бы, знаете, чтобы, ну, кооперативность какая-то была, чтобы не контачили, да, рядом два мода. В любом случае, огромное спасибо, Хитман, что подписался, в любом случае, огромное спасибо, скоро начнем, скоро я выставлю какие-нибудь намеки, какой это будет сезон. Всем спасибо, сезон окончен. Вам всем удачи, до скорого и, как всегда, не голодайте.